В Люберцах уже второй раз прошел большой волонтерский форум. На празднике во Дворце спорта «Триумф», посвященный добровольцам, которые давно в этом деле и те, кто только вступает в молодежное движение, собралось больше 1000 человек. О работе волонтерских организаций в сюжете Анастасии Кладиновой. Волонтеры – это люди, которые добровольно и безвозмездно трудятся на благо общества, а также отдельных его представителей. И уже на сегодняшний день только в Люберцах их насчитывается 3000 человек. Александре Молодых 26. Она преподает в гуманитарно-социальном институте. Волонтером стала 1,5 года назад, но успела войти в число самых активных добровольцев. На ее счету уже больше 100 мероприятий, которые она помогала организовывать. Волонтерство для меня – это возможность вложить все доброе. Вот я как педагог, мне очень важно вложить в детей, в студентов самые-самые нравственные качества, потому что все-таки это люди, которые будут после нас выполнять все гражданские обязанности. Я очень рада быть волонтером, потому что это возможность попробовать себя в разных совершенно сферах и узнать много чего нового. Этот форум объединил не только волонтеров, но и добровольческие и благотворительные организации со всего Подмосковья. На этой площадке их около 20. Здесь спасатели, экологи и медики. Владимир Кузьмин – волонтер общественной организации «Поддержим наших». Их команда помогает участникам специальной военной операции. Помогаем, собираем гуманитарную помощь, необходимую для ребят непосредственно на территории специальной военной операции. Те моменты, которые они просят. То есть там бронежилеты, каски, вот то, что просит первая помощь необходимую. Собираем здесь. Вот группа у нас состоит там 350 человек. Все собираем своими силами, довозим именно до места. Люберецкий округ входит в топ-5 муниципалитетов региона по количеству участников движения «Волонтеры Подмосковья» и находится на 4-м месте, поднявшись за этот год на 40 позиций в рейтинге. И вот это вот все сообщество волонтеров, конечно, это всегда в пользу каждого города. Но то, что это происходит у нас, это очень-очень приятно. Огромное вам спасибо за это, за все. Мы гордимся вами. Спасибо вам за это. С праздником! Доброволец – это, наверное, стиль жизни. И это те самые основные нотки, которые закладывают сейчас, они на протяжении всей жизни работают, и ты уже не можешь просто так пройти мимо какого-то события. Ты не можешь быть равнодушным, ты не можешь быть безучастным. А ровно такие люди и формируют наше гражданское общество и делают нашу страну сильной. Во время форума ряды добровольцев пополнились новыми участниками. Им вручили волонтерские книжки. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.